Что такое книга? Книга – это чтобы ты был умным, и там есть много рассказов и сказок. Его можно открывать и закрывать. В нем много букв и картинок. Сказки, рассказы и много интересного. Рассказы и стихотворения. Он выглядит прямоугольный. На обложке нарисованы картинки, буквы. Книги можно читать на лавочке у фонтана. Книга очень тихая вещь. Ей можно поиграть в тихое время, когда нельзя там шуметь. Почему люди читают книги? Чтобы много знать, чтобы можно было знать правила дорожного движения, правила, как обращаться с насекомыми и животными. И узнать, как можно строить. Люди читают книги, чтобы еще раз развиваться. Люди читают книги, они хотят тебя чем-то занять. Чтобы стать умными и веселыми. Какие книги тебе нравятся? Мне нравятся книги про животных, про... Ну, мне нравятся про гномов и про войну. Домовенок Кузя, Незнайка, Волшебника Зубного Города. Мне нравится книжка про Незнайка и Мантёнок. Еще нравится про сказка, там, Белочка, где есть 33 богатыря. Расскажи о любимой сказке. Моя любимая книга – это «Может, мы не виноваты». Там важны цифры. Вместе идут они в город. И у них разные приключения. Мне нравится книга про мальчонка. Там малыш, и он искал маму. И в конце он ее нашел. Про гномов. Ну, там, что, типа, гномы дружили с великаном, и там какие-то черные волшебники были, которые любили все белые. Незнайка – это такой коротышка, который жил в цветочном городе.